хабар принес? Что за бат... Как дела, сталкер? Братан.
Хабар принес? Братан, ты не вру... Братан, ты не... Ты бы еще консервных банок насобирал. Братан, ты не... Привет, брат! Слушаю тебя. Докладывайте нам о всех
Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошли гоплык. Привет, брат! Мужик, ты будешь тут шариться, так завалим, это как два пальца. Ты тупой? Вали давай! Thank you.
Ну, привет.
Ну, сам напросился! Пацаны, вали его! Закопаем вас, ручье! Мэра, обходи, обходи! Сам напросился! Пацаны, вали его! Вали!
сюда просился? Пацаны, вали его!
Слушаю тебя. Никого.
Как дела, сталкер? Точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Эх, вот если б всегда такая бруха была. То если прикинуть... Так, ага. Точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной. Thank you.
это мне за хабаром сегодня пришлось. Сейчас бы дома оказаться. В гумачке, да с кружкой толковой. И что же оно за выжигатель такой? Ну, здорово!
фраер, ты бы шел нахер отсюда. И то, что с аномалии достал, давай, гони сюда. Фраер, ты бы шел нахер отсюда. И то, что с аномалии достал, давай, гони сюда. Thank you.
Привет, брат! Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Thank you.
мужик, пошарься тут на предмет артефактов. Не пойму, то ли у меня детектор не пашет, то ли руки мои кривые шалят. Ну даешь, мужик. Все, что было, вынес. Будем куковать теперь тут, с кровососами. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем.
Нет, вали отсюда по-хорошему. Говорил я тебе, а? Лови маслину теперь, ушлёпок. Сука, говорил я тебе, а? Лови маслину теперь, ушлёпок. Говорил я тебе, а? Лови маслину теперь, ушлёпок. Берём его, тяпаем! Гранаты, Фраер!
Ну, привет! Как дела, сталкер? На все. Thank you.
Слушаю тебя.